Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу показать вам еще один сорт, который заслуживает внимания. Он у меня под номером 136. Это гусиное яйцо. Я сама в прошлом году выращивала этот сорт впервые. В том году у меня выращивался в открытом грунте. Прекрасно вызрел. В этом году я посадила его в теплицу. Тоже вырос хорошо. Но меня поразили размеры этого гусиного яйца. В описании написано до 300 грамм, яйцевидные такие вытянутые формы. У меня почти до полкило. Сейчас покажу вам, вот я на весы положила один. Вот оно, гусиное яйцо это. Ой, как бы показать вес-то. Вот это 430 грамм. И это у меня уже не первые. У меня только один казус с ними произошел. Нынче эти яйца так разбарабанило, что они... огромные, необъятных размеров, вообще необъятных, и начинают лопаться. Вот полопались. Но это, скорее всего, я объясняю тем, что у нас стоит ужасная аномальная жара. Вот сегодня, завтра 34-35 градусов. И из-за того, что там сильно невыносимо жарко, я смачиваю полы и поливаю неограниченно, заливаю водой. И поэтому они, наверное, такие огромные. Ну, это даже низко... сильно большие. Вообще ужасные. В том году они были поаккуратнее у меня. Но смотрите, сейчас я разрежу их. Если посмотреть описание сорта, это обычный индетерминантный сорт, высокорослый. В один или два стебля его надо вести. Конечно, посынковать, конечно, подвязывать. Потому что плоды очень крупные. Они вот тяжелые, как камни. Такой вытянутой, красивой формы. В прошлом году были больше вытянутые, а нынче какие-то они у меня толстопузые такие яйца. Но я говорю, что они очень больших размеров получились. Но это хорошо. И, конечно же, они мясистые. Вот эти яйца, они сплошь состоят из мяса. Но вот эти немножко переспели у меня, потому что я не успеваю все сразу сорвать и переработать. Поэтому они у меня и разлопались. Очень вкусные, мясистые. Это вот еще один сорт, который относится к тем, вот я вам показывала, пудовик, батяня, любимый праздник, загадка природы. Те самые мясистые, сахаристые. Сейчас попробую разломить, но они, наверное, вряд ли уже разломятся. Переспели сильно, чтобы посмотреть, какая она сахаристость, мякоть. Ой. Ну, конечно, сахаристые, они другими не могут быть. Как показать-то, чтобы видно было? Видите, арбузное сахаристое мясо. Мякоть – это гусиное яйцо. У меня в каталоге номер 136. Достойный сорт. Я вообще люблю такие вытянутые, красивые яйцевидные формы. Они вот напоминают, в том году вообще была форма как кёнигсберг. Вот есть кёнигсберг золотой, есть кёнигсберг красный. Очень похожи были на красный кёнигсберг. Нынче яйца сильно разбарабанило, и они стали шарообразные такие. Но все равно это гусиное яйцо. Все, до свидания.